Определение путей развития и постановка задач. Глава региона Вячеслав Федорищев возглавил в Госсовете Российской Федерации комиссию по промышленности. Каких изменений в связи с этим стоит ждать? Своими мыслями поделился президент Самарского областного татарского общества «Тугантел» Ильяс Шакуров. То, что Госсовет претерпел обновление и туда вошел наш глава региона, это для нас, для Самарского, я думаю, большая удача. И то, что сейчас руководителем комиссии, которая будет заниматься как раз определением перспектив, задач развития по направлению промышленности и будет участвовать в распределении тех самых федеральных больших наших государственных ресурсов и сил для того, чтобы развивать где-то какие-то мероприятия, включаться в какие-то цепочки. То, что руководитель комиссии будет наш глава региона, безусловно, я думаю, региону принесет пользу.